Почему в поликлинике отказали в помощи? Почему одни анализы платные, а другие нет? Где пройти диспансеризацию? Эти вопросы часто возникают в момент обращения в медучреждение, перед регистратурой. Чтобы медицинская помощь стала доступнее и пациенты не теряли драгоценное время, в 2016 году ввели институт страховых представителей. Это сотрудники страховой компании, которые обеспечивают тесную связь между пациентами и всей системой оказания медицинской помощи. Это те люди, которые должны помочь нашим пациентам разобраться в нашей системе, в системе обязательного медицинского страхования. По существующим приказам, документам, они присутствуют в наших лечебных учреждениях, они приходят туда по графику, но не всегда пациент в момент оказания медицинской помощи может обратиться к ним. А большинство вопросов у наших пациентов возникает именно в момент обращения за медицинской помощью. И государственная компания, страховая медицинская организация «Забайкалмедстрах» пошла в этом году на нововведение. И уже в 25 лечебных учреждениях и их подразделениях появились вот эти телефоны IP-телефонии. Это телефоны прямой связи со страховой компанией. Наша съемочная группа решила проверить, как работает нововведение. И даже придумала актуальный для предстоящего сезона отпусков вопрос. Чтобы позвонить в страховую компанию, не нужно набирать номер телефона. Достаточно снять трубку, прослушать голосовое меню, нажать кнопочку и дождаться ответа специалиста. Забайкалмедстрах, Дарья, здравствуйте. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Я летом хочу полететь с ребенком в Сочи. А можем ли мы там получить медицинскую помощь по полису ОМС? Да, медицинский полис действует на всей территории Российской Федерации. Вы можете обратиться в любую медицинскую организацию, работающую в системе ОМС. Спасибо большое, все понятно, все работает. Компании были практически во всех медицинских организациях города Читы установлены телефоны прямой связи, по которым можно обратиться по любому спектру вопросов, которые возникают именно в момент обращения за медицинской помощью. А значит, без ответа на интересующий вопрос из поликлиники теперь вы точно не уйдете. В перспективе такими телефонами планируется оснастить лечебные учреждения во всех районах Забайкалья. Гуля Алхасова, Евгений Погорелый, ЗапТВ.